Хочу поздравить вас с праздником Сретения Господня. И вот в программе у нас есть произведение из цикла «Розенкранц и Анант», посвященное этому радостному событию. Ну, насколько оно радостное, оно непростое. То есть здесь уже двойная скордатура, здесь уже одна струна идет вниз на один тон, а другая нижняя струна идет в тон наверх.